Мы намотали наш челночок. Теперь будем делать взрывы. Так, надо ниточку кончик взять. Вокруг. Так, раз. Мы будем работать челночком, но на самом деле вот эта ниточка потом будет натянута. Вот это вокруг, которая с челночком там натянута. Так, раз, под низ. И вот сюда продеваем. Обратно. Это получается то же самое. На самом деле надо сделать так, чтобы вот эта ниточка с челночком была натянута. Теперь сверху. Раз. Один элемент желтый. Маленький. Теперь опять раз.